сыновья знаменитого органиста, виртуоза, кантора церкви святого Фомы и святого Николая, Иоганна Себастьяна Баха, тогда не понимали величия своего отца как композитора. Да и сам он, скромный земной человек, вовсе не думал о мировой славе. До нас не дошло ни единого его слова, в котором он бы раскрыл свою душу. Музыка его говорит красноречивее слов. Род Бахов известен в Германии середины 16 столетия. Он дал стране музыкантов, создателей настоящих шедевров. Первым в своей династии Иоганн Себастьян Бах считал булочника Фейта. Сын Фейта, Ганс Бах, прапрадед Себастьяна, уже был профессиональным трубачом. Дети Ганса тоже стали музыкантами. Кристоф Бах даже знаменитым композитором. Большое семейство Бахов. Много знаменитых музыкантов разлетелись из родных гнезд. Только раз в году в назначенный день они все собирались, как разрозненные звуки одного и того же созвучия. Последний день зодиакального знака Рыбы, 21 марта, в сутки, когда заканчивается один жизненный цикл и начинается новый, в доме Иоганна Абросия Баха родился сын. Через два дня мальчика крестили в церкви святого Георгия близ рыночной площади города Эйзенаха. И дали ему имя Иоганн Себастьян. Вот уже 27 лет он в Лейпциге. В свои 65 он почти совсем потерял зрение. Но чем хуже он видел реальность, тем ярче становились воспоминания детства. Знак рыбы всегда сопровождал его. На греческом рыба – Ихтиус. Иисус Христос. Сын Божий, Спаситель. Символ очень раннего периода христианства. Он верил страстно, наполняя свою музыку верой и страстью. Запел он еще двухлетним ребенком, удивив отца, дядю и маму, Элизабет. Как они были счастливы! Биографы потом напишут, о первых годах жизни Баха известно очень мало, родители его умерли рано, один за другим. Но все-таки ему повезло. Он прожил с ними 10 лет. 10 лет, как в сказке. После их смерти он остался на попечении брата, Иоганна Кристофа, служившего органистом в соседнем Ордруфе. Старший брат считал избранную классику в собственном исполнении настоящей музыкой. Все остальное – искушением и грехом. В запретном шкафу были ноты чудесной музыки. Как ему хотелось ее услышать, увидеть глазами, как ее записывали. Каждую ночь в течение 6 месяцев Иоганн Себастьян переписывал ноты тайком, не зажигая свечи. Напряжение глаз сказалось позднее. На уроке нотной записи не пропали даром. Постижение тайн мелодики и композиции
дало юному самоучке ключ к выражению своих чувств посредством звуков. Букстехуде, Фрайберг, Пахельбель. Он поклялся своим музыкальным идолам всю жизнь учиться у мастеров. Грянула буря. Это была чужая музыка. Она запретная. Ноты брошены в огонь. Но музыка не горит. Музыка везде. Как будто одна мелодия в этом мире. И каждый ведет в ней свою тему. Позднее он назвал это полифонией. Впервые он услышал орган в день своей конфирмации, когда его посвящали во взрослую жизнь. Орган – новая любовь и мечта. В доме музыкального мастера дядюшки Бендлера столько разных инструментов. Нет только органа. Хотелось постичь и разгадать. Хотелось проверить, хороший ли легкий у органа. Так он проверял их всю жизнь. Ведь эти трубы – прямая связь с небом. И однажды в окно нищего постоялого двора он будто увидел его и понял, Господь поддерживает. В пении милой Марии Барбары Себастьян различил звучание чудесных женских голосов.
который украсят лучшие хоры Германии. 17 сентября 1707 года они стали мужем и женой. Писал около 1000 произведений. При его жизни они не были изданы. Сам он даже не подозревал, что из всего созданного тогда только его музыка сохранится для потомства. Из 20 его детей в живых осталось 9. Но вера озаряла его жизнь покоем. Herr Bach ist gekommen. Немедленно звать. Концерт отменяется. Да здравствует оркестр по имени Бах. Могучее дерево Иоганн Себастьян Бах. У этого мощного дерева сотни ветвей. Моцарт, Бетховен, Брамс, Грик. Да и все мы до сих пор черпаем в нем силу.